Всем привет, с вами Кобяков, и вы на моем канале. Сегодня будет очень-очень интересный выпуск, потому что я буду есть блюда, приготовленные только в микроволновке. Я не буду использовать плиты, я не буду использовать духовки, я буду использовать только вот эту вот малышку. Она мне поможет приготовить сегодня завтрак, обед, полдник, ужин и, конечно же, вкуснейший десерт, который заслужит вашего лайка. Уже не терпится приступать к готовке наших блюд, ну а вы досматривайте ролик до конца, чтобы записать рецепты и повторить их, а потом написать в комментариях, получилось у вас или нет. Мы начинаем. Погнали! На завтрак мы приготовим омлет. Для этого блюда нам понадобится 2 яйца, молоко, соевый соус, соль и зелень. Для начала берем яйца и вбиваем их в миску. Затем берем вилку и качественно взбиваем яйца. Добавляем молоко. Готово. Опять перемешиваем. Добавляем соль, немного, щепоточку. Далее добавляем укроп. Для этого его нужно нашинковать. Добавляем укроп в нашу массу. Емкость накрываем блюдцем и отправляем в микроволновку на пару минут. Готово. Ого, реально получилось. Ай, горячо. Ну, как вам сказать, эстетически не очень, но мне кажется, это очень вкусно, потому что пахнет просто балдеж. Далее мы берем вот такой вот зеленый лук, нарезаем его, посыпаем наш омлет сверху, поливаем соевым соусом. Балдеж, обожаю соевый соус. Если вы тоже обожаете соевый соус, то ставьте лайк. Берем вилочку и пробуем наш завтрак, приготовленный в микроволновке. Это омлет с зеленью и соевым соусом. Так. Пахнет аппетитно. Очень вкусно и сытно. А за счет соевого соуса и зеленого лука оно напоминает какое-то азиатское блюдо. На этот омлет мы потратили всего лишь 7 минут. По-моему, отличное время для приготовления завтрака. Поэтому записывайте рецепт и готовьте дома. Рекомендую. Ну а мы переходим к следующему рецепту. На обед мы приготовим лапшу с яйцом и сыром. Для этого нам понадобится быстро приготовляемая лапша, 1 яйцо и 4 ломтика сыра. Также для украшения нашего блюда можно использовать укроп и зеленый лук. Приступаем. Для начала берем емкость и засыпаем туда приправы от нашей быстро приготовляемой лапши. Так. Далее берем макароши, закидываем, заливаем водой и отправляем в микроволновку на пару минут. Осталось 5 секунд и уже не терпится посмотреть, что получилось. Открываем. Ну получились вареные макароны. Так, приступаем ко второй части этого рецепта. Берем яйцо и вбиваем его в макароны ровно посередине. Далее берем плавленый сыр. Открываем. Всегда, когда открываю этот сыр, боюсь его порвать. Получилось. Так, так. И вот так. Готово. И выкладываем сверху на наши макароны. Нужно заполнить всю поверхность. В принципе, хватило 3 кусочка сыра, но так как я его обожаю, и сыра много не бывает, добавим еще наверх. Далее накрываем сверху тарелкой и отправляем в микроволновку, пока не запечется яйцо. Пока микроволновка запекает нашу так называемую сырную пасту, мы возьмем зелень, лук и укроп и подготовим их для украшения нашего блюда. Достаточно. О, этот звук очень похож на будильник, но гораздо приятнее, потому что этот звук обозначает, что наше блюдо уже готово. Давайте посмотрим, что получилось. Очень горячо, поэтому достаем аккуратно. Пахнет просто обалденно. Единственное, я не понимаю, где яйцо? Оно что, провалилось туда внутрь? Посыпаем укропом, немного лучка. И, собственно, наша а-ля сырная паста с яйцом готова. Берем вилочку и тестируем. Очень горячо. Для блюда, приготовленного в микроволновке за 10 минут, вполне себе. Обязательно добавляйте много сыра, потому что с сыром она просто обалденная. Ой, забыл, что мы ролик снимаем. Я пока пообедаю, а мы переходим к полднику. Наступило время полдника, но, ребята, перед тем, как мы приступим к готовке нашего блюда, я хочу с вами поговорить. Я хочу вам сказать огромное спасибо за вашу активность. Мы растем нереальными темпами. Вы подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии. Это очень мотивирует и помогает молодому каналу. И я хочу сказать вам о том, что мы с вами пишем историю. Историю канала Кобяков. Это очень круто, потому что именно вы становитесь зарождателями этого канала. Вы
видите, как снимаются ролики, вы видите, как мы развиваемся и как растем. Ну а те, кто не подписан на канал, то обязательно спускайтесь под этот ролик и проверяйте вашу кнопочку подписаться. Если она горит красным светом, то нажимайте на нее, чтобы она стала серой. Таким образом, вы тоже станете частью истории канала Кобяков. Не буду долго тянуть, спускайтесь и проверяйте кнопочку подписаться под этим роликом, ну а мы приступаем к полнику. Погнали! Поскольку вся наша еда, которую мы готовим, калорийная и потом приходится ходить в зал, чтобы избавиться от лишних калорий, на полдник я решил сделать здоровые чипсы из яблок. Для этого рецепта нам понадобятся яблоки, молотая корица, сахарная пудра, вода, пергаментная бумага, тарелка и, конечно же, микроволновка. Для начала нарезаем яблоко тонкими слайсами. То, что нарезать не получилось, доедаем. Будешь? Ну, конечно, ты же готовый ждешь. И необходимо каждый слайс промокнуть в воду и просушить на салфетках. Далее берем тарелку, накрываем ее пергаментной бумагой, выкладываем слайсы яблок. Старайтесь, чтобы слайсы не лежали друг на друге. Далее посыпаем корицей. С корицей главное не переборщить. И отправляем в микроволновку на 10 минут при максимальной мощности. Посыпаем запеченные яблоки сахарной пудрой. Готово. Берем вилочку и пробуем. По состоянию яблока это напоминает сухофрукты. Сухофрукты, кстати, я обожаю. Надеюсь, что яблоки получились такими же вкусными. Конечно, они не получились такими хрустящими, как чипсы, но это очень вкусно. Если на секундочку представить, что я ничего не жую, то это напоминает яблочный сироп с корицей. Просто нереально вкусно. Вывод. Готовится за 10-15 минут. Минимально ингредиентов и очень-очень вкусно. Такое я бы на полдник себе готовил каждый день. Поэтому записывайте рецепт и повторяйте. Ну а мы переходим к ужину. Погнали! Наступило время ужина. Допустим, у вас в холодильнике завалялась жареная курица. Что же с ней делать? Ответ прост. Мы приготовим ужин из курицы, начос, сыра, томатной пасты, сметаны и зелени. Все очень просто. Приступаем. Для начала берем миску, жареное куриное филе и нарезаем его более мелкими кусочками. Готово. Добавляем в курицу томатную пасту. Тщательно перемешиваем. Отправляем подогреться в микроволновку. Пока курица подогревается, выкладываем начос. Берем максимально ровные кусочки, просто выкладываем их на тарелку. Делаем это максимально плотно. Контроль качества. Курица подогрелась, мы достаем ее и выкладываем на наши начос. Далее посыпаем сыром и отправляем в микроволновку на пару минут. Готово. Ух, как пахнет! Очень вкусно. Обалдеть! Далее берем сметану, выкладываем на серединку. Немного укропа для запаха. Ну и если вы такой же кулинар, как я, то это можно все украсить бальзамическим кремом. Начос с курицей, с сыром и зеленью готов. Сейчас попробуем это. Я думаю, получилось бомбезно. Обалдеть! Мне кажется, сегодня самый вкусный ролик вообще на канале. Я никогда не мог подумать, что в микроволновке можно приготовить такую вкуснятину. Нереально. Ну а мы переходим к моему любимому десерту. На десерт сегодня будет шоколадный кекс. Я думаю, многие из вас видели такой рецепт в ТикТоке, когда смешивают ингредиенты в кружке, ставят их в микроволновку, запекают пару минут и получают настоящий кекс. Давайте проверим, получится у нас или нет. Для этого рецепта нам понадобится яйцо, соль, масло, разрыхлитель для теста, сахар, мука, какао, молоко и шоколад. Для украшения будем использовать сахарную пудру. Для начала смешиваем 4 столовых ложки муки, 4 столовых ложки сахара и 2 столовых ложки какао. Готово. Берем 50 граммов сливочного масла, растапливаем его в микроволновке, добавляем масло в нашу смесь. Сюда же добавляем 3 столовых ложки молока. Перемешиваем. Добавляем в наше тесто яйцо. Также тщательно перемешиваем. Так. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя. Вымешиваем. Когда тесто готово, оно, кстати, не должно быть слишком густым, мы отламываем шоколадку. Я думаю, 4 кусочка будет достаточно. И стараемся притопить шоколад в нашем тесте.
И теперь отправляем это все в микроволновку на 2 минутки. 3, 2, 1. Я уверен, что вкуснейший десерт из микроволновки прямо сейчас будет готов. Ну, если это некрасиво и эстетически, это не значит, что он невкусный. Пахнет просто обалденно. Как я уже и говорил, для украшения будем использовать сахарную пудру. А также в морозилке я нашел мороженое. Его тоже задействуем. Так. Фух. Получилось. Посыпаем сахарной пудрой. И добавляем мороженку. Наш шоколадный кекс из микроволновки готов. Сейчас будем пробовать. Балдеж. Просто пушка, а не вкус. Кекс тает, как и мороженое во рту. Очень нежный и очень вкусный. Так, оператор, попробуй. Как тебе? Я же говорю, вкусно. Ну, вот такой вот десерт у нас получился. Ну что, ребятки, вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Сегодня мы ели блюда, только приготовленные в микроволновке. Получилось достаточно интересно. Очень-очень вкусно. Я недооценивал микроволновку до этого. Надеюсь, вам понравился сегодняшний ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, какие блюда вам понравились больше всего. Ну, а с вами был Кобяков, и мы увидимся в новых выпусках. Пока-пока!